Эти вещи никогда никому нельзя отдавать, даже если вас сильно и прямо слезно-слезно просят. Помните о том, что эти вещи, вы передавая, отдаете свое изобилие, достаток и благополучие. Что же это такое? Во-первых, это соль. Вне зависимости, какая это соль, гималайская, розовая и так далее, никогда, ни при каких обстоятельствах. Далее, никогда никому не отдавайте ни булавки, ни иглы. И спицы – это ваши предметы и только должны быть у вас. Далее, метла, веник, щетки для подметания – это должно оставаться только быть в вашем доме. Далее, сахар. Это также считается важным для достатка в вашем доме. Ножи никогда не отдаем. Кто спрашивал касательно амулета на привлечение денег, ссылка в описании. Переходите, заказывайте.